Посол по особым поручениям, председатель партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян обратился к телефонному разговору премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эдмон Марукян отметил, что в последний раз прямой контакт между лидерами Армении и Турции имел место около 10 лет назад. По его словам, это чрезвычайно важный шаг в нормализации армяно-турецких отношений. Необходимо осознать, что постоянно закрытые границы и нулевые дипломатические отношения с Турцией никуда нас не приведут, особенно с учетом реалий последней войны. Важно, чтобы диалог продолжался и имел успешное завершение в виде открытия границ и установления дипломатических отношений. Армения продолжает проактивную дипломатию, отметил председатель партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.